Убойная карма. Пропажа дешевого телефона обернулась межведомственным скандалом с полицейским штурмом. Целый взвод приехал, целый отдел, товарищи дорогие. Вы все в курсе, что творится? 2700 телефон нашла. Нашли разбойницу, пенсионерку, которая нашла телефон за 2700 в аэропорту. Вы, ребят, с ума сошли. Катя! Ай, не могу! Это что такое? Это дурдом называется. Подробнее об этом и не только сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.